Лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев требует отставки членов ЦИК и пересчета голосов после президентских выборов. Политик охарактеризовал голосование как сложное и заявил, что оно не было ни свободным, ни демократическим. А ЦИК и другие государственные учреждения действовали в пользу власти и отдавали предпочтение определенным кандидатам, передает информагентство ИПН. В создавшейся ситуации мы пришли к выводу, и у нас есть сотни доказательств, что выборы и избирательный процесс были сфальсифицированы, особенно структурами ЦИК и некоторыми структурами МВД, Министерства иностранных дел, Министерства просвещения, Министерства труда и социальной защиты. В дело были вовлечены и примары на местах, что привело к разобщению в государстве. Административный ресурс использовался максимально, заявил Тарлев. Он обвинил власти в нарушении прав граждан из Приднестровского региона и диаспоры, сославшись на трудности, с которыми сталкиваются избиратели, и потребовал наказать виновных. Ни одна из названных структур не прокомментировала заявление бывшего премьер-министра. Что касается второго тура выборов, Тарлев заявил, что его партия вскоре выскажет свою позицию. Напомним, партия коммунистов оспорила в суде результаты референдума из-за многочисленных нарушений, допущенных в ходе избирательного процесса.